Близится Новый год, и мандарины – самый новогодний фрукт. И сегодня мы проверим, какие из них самые сочные, самые сладкие и самые ароматные. А также узнаем, есть ли в них нитраты. И еще проверим, где больше всего косточек и какие труднее всего чистятся. Абхазских мандаринов еще нет. Но зато есть куча других мандаринов из разных стран. И сегодня с помощью нитратомера мы узнаем, в каком мандарине больше всего нитратов. Есть даже из Хорватии. С них мы с тобой сейчас и начнем. Итак, мы выяснили, сколько в нитратов в каждом мандарине. Больше всего их оказалось в марокканских – целых 43 единицы, в турецких – 10, в китайских – 40, в ЮАР – 32, в Хорватии – 8. А самыми крутыми оказались мандарины из Сербии, там нитратов нет вообще. И сейчас мы их все попробуем. Начнем, пожалуй, с сербских, так как в них нет нитратов вообще. Хорватия нас разочаровала, она оказалась не сладкая. Мандарины из ЮАР и Марокко оказались невкусными. Китайские, турецкие и сербские оказались сладкими, а сербские даже с кислинкой. И еще там нет нитратов.